Чао! С вами Серж Галеликов-младший, и сегодня я буду рассказывать предварительные сказки. В этом шоу я научу вас, как правильно себя вести в любых ситуациях и в любых обстоятельствах. Сегодня я расскажу вам, как правильно вести себя со своими родными и друзьями, чтобы получить то, что ты хочешь, и при этом ничего сложного не делать. Если вы хотите получить телефон, чтобы поиграть, тогда вам нужно задобривать хозяина телефона. Ну, Кать, ну дай телефон, дай телефон. Ну, Катя, ну дай мне телефон. Катя, я принес водичку и яблочко. А можно, пока ты ешь, ты мне дашь телефон? Катя, я убрался дома. Я почистил посуду. Я понянчился с сестрой. Можно дать телефон? Если телефон получен, то в него можно чуть-чуть поиграть. И вернуть при первой просьбе хозяина. Все, Стефан, давай мой телефон. Еще 5 минут. Нет, Стефан, дай мой телефон. Нет. Все, Стефан, давай телефон. Окей, я буду благодарен, если ты мне его дашь потом, но попозже. Но если ты мне его не дашь, то когда твой личный дневник окажется на столе у родителей? Там как раз написано, где ты была в прошлую субботу. Для того, чтобы наладить контакт с хозяином телефона, нужно время от времени его задабривать. Теперь с тебя телефон. Катя, я просто так забочусь о тебе. Я довожу тобой. И твоим телефоном. Хочешь сладости? Перекусим чего-нибудь вкусненького. А если мама спросит, то это ты взяла. Катя, если ты подавишься, то твой телефон идет к наследству и ко мне. Если объект с телефоном плохо поддается на задабливание, то его нужно кое-чем удивить. Катя, я себе придумал стих. Катя, Катя, Катерина, ты красива, как картина. Но если смоешь макияж, то дом весь напугаешь наш. Поэтому, если пойдешь на пляж, то не забудь ты камуфляж. Смотри, какое я себе крутое яблоко купил. Поделишься? Нет. Поделишься? Поделишься. Поделишься? Да, конечно, без проблем. В любом случае, телефон нужно заслужить. Следите за тем, что было все сделано. И вы имели право поиграть в телефон. Катюш, а можно я, когда закончу мыть посуду, поиграю чуть-чуть, полчасика в твой телефон? Теперь я смогу играть телефон до вечера. Понятно? Я опозорюсь! Ты меня используешь! Каждая тарелочка – это полчаса игры в телефон. Я не умею мыть посуду! Почему это так мало? Катюша, сестренка моя любимая, давай я все доделаю, ты иди отдыхай. Тогда можно подавить на жалость, но только помните, что совсем немножко. Не перебарщивайте. Эй, что случилось? У меня сильно болит голова, я себя очень плохо чувствую.
аж кашляю. Дай мне чуть-чуть поиграть телефон, чтобы хоть как-то отвлечься. Так у тебя же голова болит, зачем тебе телефон? А, нет, уже ничего не болит. Зачем? У тебя же болит голова. А, ну ладно, я буду тут один мучиться. Зачем? У тебя же болит голова. Ну ладно, почитай мне лучше сказку, историю, поговорим с тобой. Давай лучше поиграешь. Давай. Да ладно эти телефоны. Спасибо тебе за все, Катя. Ну что, вы, наверное, поняли, как можно добиваться своего, не надавливая. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Ну что, всем чао. Эй, всем привет! Как вы поняли, меня зовут Катя. Я хочу дать пару советов старшим братьям и сестрам. Если вас частенько достают младшие, то посидеть с ними, то поиграть, то я вам кое-что посоветую. Либо как избавиться от этой ситуации, либо как провести время с удовольствием. Дети, я ушла, буду поздно. Как? А ты? А я с тобой остаюсь. А ты? С тобой. С кем? Я никого здесь больше не вижу. А ты? С тобой. Хорошо. Тогда нам нужно будет подумать, чем мы будем заниматься. Надеюсь, вы понимаете, что чем лучше вы займете ребенка, тем меньше он будет докучать. Поиграй со мной, поиграй со мной, поиграй со мной, поиграй со мной, поиграй. Заснет, не заснет. Что ты сказала? Блин. А во что мы будем играть? Сиди здесь и не дергайся. Пока не отыщешь меня, повязку не снимай, хорошо? Окей. Катя, ты где? Катя, ты где? Поиграй со мною, поиграй со мною, поиграй. Вот, Стефан, держи, тебе листочки и фломастер. Сиди, рисуй, я буду рядом. Хорошо. Если вам удалось занять чем-то ребенка, то полдела уже сделано. Но не забывайтесь, потому что вы можете попасть в неудобную ситуацию. Да, да, да. Да они не знают, что у меня тройка в четверти. Да, если узнают, убьют. У тебя что, тройка в четверти? Можно я здесь почитаю? Ага. Что будешь читать? Вот дневник. Стефан, ты опять взял мои вещи? Нет. И, пожалуйста, старайтесь не издеваться над вашими младшими, иначе из этого не выйдет ничего хорошего. О, Стефан, мне так плохо. Что такое? У меня особый вид болезни. И знаешь, не помогут только вкусняшки. Пройдет мне с кухни, пожалуйста. Вот я пока включу свой любимый сериал. Где пульт? Стефан! Я тут на диване оставила пирожные. Только ты их не ешь. Ну все, я тебя не вижу. Не выходи, пока я тебя не найду. Если ты сейчас не уснешь, то придет серый волчок и укусит за бочок. Стефан, мы так с тобой хорошо повеселились сегодня. Ты мой самый лучший братик. И ты моя самая лучшая сестренка. Как вы успели заметить, в этом нет ничего сложного. Оставайтесь в хороших отношениях со своими домашними и всем чао. Да, мам, все хорошо. Сегодня мне моя сестричка положила вкуснятки,
но почему-то они были с перцем. Потом мы играли в прятки целых 5 часов, но только я был в шкафу с закрытыми глазами, и она меня 5 часов не могла найти. Еще она заболела какой-то странной болезнью, чтобы могла есть только сладости. Я тоже удивился.